Знаете, какой вопрос задают женщины, когда обсуждают тех женщин, которым они завидуют? Ну, завидуют, в плане отношений с успешными мужчинами. Что он в ней нашел? И в этом вопросе есть большая доля истины, потому что мужчина постоянно ищет. Ну, мужчина так устроен, что он постоянно решает проблему. Вот женщина, она может не решать проблему, она может просто быть. А ее мозг может занят какой-то фигней, которая, ну, к решению проблемы не относится. Мозг мужика устроен по-другому. Мужик постоянно решает проблему. И если он состоит в отношениях с женщиной, то значит, эта женщина решает какие-то его проблемы и запросы. И если этот мужик успешен, значит, эта женщина в чем-то ему помогает. А теперь спросите себя, какие проблемы можете решить вы?